Уважаемые дамы и господа, посмотрите-ка на это захоронение. Посмотрите, он родился 21.03.25, то есть 21 апреля 25 года. А теперь посмотрите вот сюда. Посмотрите, она родилась 12.09.25 года, в сентябре 25 года. А теперь посмотрите сюда, посмотрите на дату смерти. Дата смерти у него 07.09.2003 года. То есть он в августе 2003 года почил. И посмотрите, когда она умерла. Она умерла 23.04.2003 года. То есть в апреле 2003 года. Посмотрите, какая небольшая разница. И посмотрите, в каком состоянии находится захоронение. То есть вот это захоронение нужно привести в порядок и потом попросить помощи у покойного.